В Пакистане началась крупная операция против Аль-Каиды. Военные объявили о зачистке боевиков в ответ на нападение на аэропорт в городе Карачи. Какое оружие используют силовики, неизвестно. Они получили задание любыми средствами уничтожить террористов и их убежище. Напомню, международный аэропорт Карачи боевики пытались захватить 9 июня. В результате погибли 38 человек. Это сотрудники аэропорта и службы безопасности. Все экстремисты были также уничтожены.